сделал контроллер для моторизированного крана. Кран китайский, бронзовый. Будет стоять на системе охлаждения и управляться будет микроконтроллером в зависимости от температуры. Вот видно значение, контроллер читает. Если в руку взять, то есть температура будет подниматься. Сейчас кран начнет открываться. Температура пошла вверх. И, соответственно, кран начал подниматься. Отпущу его, пока он будет охлаждаться. И постепенно температура, естественно, самого датчика будет падать. И кран начнет закрываться. Такая вот, в принципе, довольно-таки несложная система. И в то же время достаточно полезная в смысле управления охлаждением и чего-либо, или для смешения жидкости определенной температуры. Можно два крана поставить, можно два датчика поставить. Тут ограничений как бы нет. Единственное, что надо делать, это поставить сюда экран с кнопочками, чтобы задавать значение температуры. Ну и также, чтобы можно было читать это, и чтобы все это делать в автономном режиме. То есть без подсоединения к компьютеру. В данном случае, естественно, все к компьютеру подключено. Температура начала опускаться. На датчике я его просто в воду опустил, холодно. И кран, естественно, начал закрываться. Просто вот не стоит. Кран начал закрываться. Температура падает. Если его сейчас вытащить и просто в руках погреть чуть-чуть, то начнет он открываться. Кран. Ну, так вот работает туда-сюда.